Ты пойми, страхи надо преодолевать. Только тогда ты можешь назвать себя настоящим мужиком. С большой буквы М. Ну или с собакой. С большой буквы С. Собаке проще, чем человеку. Никому ничего не должен. Должен маме. Сашенька, ну почему опять без шапки? Должен папе. Вот именно, товарищ лейтенант, за это и воевали. Должен своей девушке. Та-дам! Что это? Я беременна. Провалиться бы сейчас куда-нибудь. Здрасте. А вы кто такой? Мама? Какая мама? Тихо! Вы как сюда попали? Да давайте же разберемся! Извините, извините, а сейчас какой год? Вон газета свежая. 92-й? Вот попал, а. Газеты писали, что высадка Леона уже произошла. Беги отсюда, пока цел! Стоять! Ну чё, мы тебя узнали? Я межпланетный ветеринар. Я вас сейчас лазером кастрирую! Это что, типа полароид, да? Прикол. Только это новый. Да сюда! А ну стоять! Я недавно к вам перенесся из будущего. Ну и как там? Где? В будущем где? МММ – это лохотрон. Я так и знал. Через несколько лет у вас будет новый президент. Уходи, да все, я ухожу! Талонов на еду больше не будет. А это что на тебе? Это у нас последний писк модуль. Продай. И сериал «Санта-Барбара» закончится! Такую страну просрали, гады. Это, походу, ко мне. Вы что, мне верите? Верю. Такое хрен придумаешь. Еще! Еще давай предсказаний! Слушай, а что ты сказал? Что покупать надо? Биткоины. Кого?